в ушах становится музыкой, не это вина, нет, нет. И в конце этого слова, и обратить, самое главное, обратить публику к Богу, завершил монолог. И вот я начинаю говорить этот монолог, очень трогательный, воздушный, мой царский монолог, и вдруг начинаю звонить мобильный телефон. Я останавливаюсь, пытаюсь продолжить, а он все звонит и звонит. Я понимаю, что это нарушено. В зале шипят, недовольство в зале растет. Он все равно звонит и звонит. Когда звонит в момент, я понимаю, что монолог сорван. Просто страстный. Но как разрушена атмосфера, ее разрушить очень легко. Очень легко. Буквально. Это же такая хрупкая такая вот атмосфера, которая возникает между зрителем зала и актером. Хрупкая атмосфера совершенно. Буквально неверная нота, и все разрушено. Разрушено. И я смотрю в ту точку, где я звонил этот мобильный телефон. Он уже замолчал. Воцарилась тишина. Что я понимаю, что мы его сорвали. И я обращаюсь туда, через паузу, где же вы, говорю. И обратить публику. И обратить публику к Богу. И зал поддержал овацию в этот момент. Вот это был совершенно уникальный случай, когда мне сорвали монолог, а в конце мне удалось поправить ситуацию, что зритель абсолютно со мной. В этот момент благодарный за то, что я оценил ситуацию, я все равно вышел из нее и абсолютно солидарно со мной к Богу. Вот это было здорово.